сцену ребят 5 класса Б. Начнем. Что? Читать стихи. О чем? Как о чем? Ты что, не знал? Кто заполнил этот зал? Посмотри на эти лица, ведь от них добро струится. А в глазах веселый свет, и ремня в руках-то нет. Да это же учителя, спутать их ни с кем нельзя. День учителя сегодня, праздник самый всенародный. Это лучший праздник в мире, тех, кто крылья нам дает. С истин дважды два четыре начинаем мы полет. Можем стать мы кем угодно. Хоть банкиром. Хоть поэтом. И учителей сегодня мы благодарим за это. Милые учителя, вы слепых ведете к свету. Свято помним мы об этом. Нам без вас никак нельзя. Как у самой теплой печки у учительской души. Воспрямив замахи плечи, греют души малыши. Ждут они от школы чуда. А чудо в школе взять откуда? Из учительских сердец. Каждый педагог – творец. И когда взрослеют детки, переходят в пятый класс, поважнее любой отметки, одобрение ваших глаз. А когда совсем стареют, переходят в класс десятый, с блеском знают и умеют все, что дали вы когда-то. Получают вновь и вновь вашу мудрую любовь. Вам за все спасибо. За терпение. За труд. И за то, что вы красивы. И за пряник. И за кнут. За высокую культуру. И за отвагу, и за риск. За нашу стройную фигуру. За все, что в школе я постиг. За душевность и заботу. За прекрасную работу. Вам спасибо вновь и вновь. От всех, от нас, учеников. Закончили номер, извините. Кто нас учит? Кто нас мучит? Кто нам знания дает? Это в школе наш учитель, удивительный народ. С вами ясно и светло, на душе всегда тепло. И простите, если срок был не выучен урок. От души мы поздравляем наших всех учителей. И здоровья всем желаем от проказников детей. Дорогой учитель, мы вас поздравляем, и цветов осенних дарим вам букет. Быть всегда прилежными мы пообещаем, здоровья пожелаем и многих-многих лет!